По всей стране люди выражают поддержку пострадавшим в пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» и скорбят по жертвам страшной трагедии. Пользователи социальных сетей запустили хэштег «Кемерово, мы с тобой». К акции присоединился и многотысячный коллектив «СУЭК Кузбасс». Группами и поодиночке шахтеры компании в течение всех трех траурных дней приходили к часовне иконы Божьей Матери всех скорбящих. Кто-то приносил цветы, игрушки и свечи. Другие просто в полном молчании останавливались у подножья часовни. И все они еле сдерживали слезы. Шахтеры «СУЭК Кузбасс» также начали сбор средств для семей погибших и пострадавших при пожаре в «Зимней вишне». На сегодняшний день финансовую помощь оказали свыше 900 сотрудников компании. На благотворительный счет помощи семьям погибших на пожаре поступило более 800 тысяч рублей.